В рамках празднования 30-летия независимости страны и 175-летия Жамбыла Жабаева в минувшую субботу был организован День культуры и искусства Турар-Рыскулского района. В мероприятии приняло участие руководство города. Вначале посетив сельскохозяйственную ярмарку тружеников района, расположенную близ центрального концертного зала «Баласагун». Далее они ознакомились с выставкой картин. Кроме того, публике были представлены национальные костюмы, инструменты и подделки, а также стол с национальными блюдами. Концерт «Туган Жерим Дархан Далам», организованный в центральном концертном зале «Баласагун», также пришелся по душе зрителям. Концертная программа началась с театрализованного представления. День культуры Турар-Рыскулского района состоялась продовольственная ярмарка. Здесь же спортсмены района представили национальные виды спорта. Экспонаты старейшего районного музея вызвали большой интерес у публики. Алтын Шонграева, Ермек Кеншимбек, Жамбыл Ньюс.